идем на Комик-кон. Я замолкаю. Говорит Джей. Мы идем на Комик-кон. Надеюсь, там нет гомиков, кроме Боба, по-моему. Что это, с Йогини? Thank you.
Так, що можемо казати? Першим буде розмовляти Юра. Кажи що-небудь. О, блін, я, короче, очень благодарен тому чоловіку, що він взагалі согласився зі мною на це дерьмо. Я просто в якийсь момент настільки відчаявся знайти чоловіка для совместного косплея, что я просто уже подходил на улице просто к волосатым мужикам с длинными волосами и говорил: «Эй, чувак, пойдешь со мной на Комик-кон, будешь джеем, а я мультфильмом богом». А волосатый мужик был рядом всегда. Ну, ближайшие последние два месяца. Да-да-да, и просто что-то никто не соглашался почему-то. Вот, но потом уже на репазе просто Василий Иванович. Василий Иванович, пойдем, короче, Василий Иванович, пойдем. Блин, было, короче, клево. Мы дико, ну я, по крайней мере, дико устал. Нам просто, блин, не давали проходу иногда. Люди просто: «О, Джей Мультилюбов, о, Джей Мультилюбов», сфоткаться, сфоткаться, сфоткаться. Если бы нам платили... Да, на... кстати, по... бля, я думал собирать донаты. По 100 тенге хотя бы нам платили бы, да, за каждую фотку. Полтинник бы точно собрали. Да, потому что реально, я не знаю, человек 200... Больше, мне кажется. Больше, да, больше 200. Я же говорю, я на 200 сбил, ходили. Пиздец. Это просто офигеть. Ну и на самом деле, да, кстати, очень неожиданно много людей это все узнавали и считывали. Круто. Ну, скажем так, возрастной диапазон тех, кто нас узнал, был где-то от 20 до 40. Прям совсем пиздюки не выкупали, но это очевидно. И прям совсем деды тоже как бы нет. Что еще можно сказать? Во-первых, Юра красавчик, что меня позвал на такую хуйню. Я, честно, никогда таким не занимался в первой жизни. Не знаю, как получилось, говёно, не говёно, узнаем потом по видео. Блять, я готовился где-то 3-4 дня. Во-первых, я искал оранжевую курточку. Во-вторых, я, сука, пересмотрел догму, и Джей Молчаливый Боб наносит ответ на удар, чтобы чуть-чуть вжиться. Нихуя не получилось, мне кажется, ну ладно. Не-не, получилось офигенно. Ну, ты, надеюсь. Ты, по-моему, ты сыпал всеми цитатами просто офигеть. Мне это проще, я ходил, молчал. Да. Вот, бля, главная проблема, что, сука... Василий Иванович прям... Я простуженный, у меня голос чуть-чуть выше, чем обычно. Ты слышал в оригинале такой вот? Нет, да, кстати, в оригинале вообще и в клетках у него сиплый, да. Так что можно сказать, попадание в инглиш оригинал. Че еще? Вот нам не хватило момента с монологом Боба. Надо было кого-то, блядь, тоже вот так схватить, чтобы Боб ему сказал в лицо, что он гомик. Или бы мы где-нибудь сели, и он такой, типа: «Да, я вот потратил свою жизнь в погоне за Энни». Что-нибудь такое. Но ничего, мы потом кого-нибудь выловим как-нибудь. Что еще можно сказать? Денег мы нихуя не потратили на Комик-Коне, мы ничего не покупали, ни мерчуху, ни это. Да и вообще, честно говоря, было, ну, блядь, тухловато для не гиков, для меня, например. Особо ничего интересного не было. Хотя, ну, блядь, некоторые косплеи, это просто пиздец. Прям видно, что человек заморочился. Я даже без очков видел, что сделано охуенно. Не то, что мы, блядь, ну... У нас такой очень любительский. Но некоторые подходили к нам и говорили нам, что у нас прям самый офигенный косплей среди всех. Типа, бля, если бы нам повезло попасть на любительский, возможно, действительно, мы могли бы какое-нибудь место взять. Ну, это, конечно, так. Мечты ни о чем. Еще у нас взяли 4 автографа. Это показатель. У меня, блядь, на концертах столько не берут. У меня за все концерты взяли... О, кстати, тоже 4. Заебись. 1-1. За один косплей? Ты столько автографов? Сколько за 2 года, да. Сколько за все концерты? Так что... В общем, что можно сказать в итоге? Косплей удался, наверное. Все довольны, плюс-минус. Только мы жутко заебались. Приходите на концерты наши, нахуй. Надеюсь, Юра тут еще... Ну, не съебывается. Возможно, Chip Fusion выступит еще не раз, не один раз. Группа Чувства будет выступать тогда, когда Сережа откинется из армии. И вообще, как бы, наша организация никуда не девается. Косплей – это, так сказать, одна из граней наших развлечений. Ты можешь тоже сказать какое-нибудь резюме.
Огромное спасибо Алине за то, что пришла. Точняк, и... блядь, Алина сняла вот почти все видео, которые могут быть. Да. Просто без нее вот этого контента без тебя, Алина. И были бы у нас только обосранные штаны. Да. Согласен. Вот. Поэтому ты умница, и мы тебе очень благодарны. И Андрею, который нас отсюда увозит. Спасибо большое, Андрей. Дякуємо, дуже дякуємо. Дякуємо, якою мовою вообще казати. Кен Рахмет, спасибо. Рахмат турецким. Регато. Да. Тумач. Гудбай. Папа. Данки шон. Мерси. Да, очень. Это лишнее.